Привет, я Ксюша. Расскажу вам про развивающее яблочко Энди от компании Tiny Love. Купи ребенку ТВ. Эта замечательная игрушка выполнена в виде ярко-зеленого яблочка. Все части этого яблочка разных цветов и фактур, что очень хорошо развивает детскую моторику. Допустим, ручки этого яблочка можно грызть, ведь они сделаны в виде прорезывателей. Также у него есть такие замечательные глазки, ротик, носик, все это можно показывать. А сверху у него имеется такая вот небольшая веточка, которая сделана из специального материала, который шелестит, что очень удобно для ребенка. Также у него есть такие замечательные ножки-погремушки. На обороте них находится маленькое зеркальце. Кроме того, здесь есть вот такие вот небольшие элементы, которые ребенку также будет удобно держать, и они развивают его тактильное ощущение. Яблочко открывается. Внутри также имеется такое зеркальце и еще одно яблочко внутри. Если мы дернем за него, то оно будет выезжать на пружинки, потом возвращаться на исходную позицию. При этом яблочко слегка вибрирует. Эта развивающая игрушка подходит даже для самых маленьких, станет отличным подарком для вашего ребенка. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.